Ребят, всем привет! Приехал я обратно на работу, на участок. Сегодня есть работа и с хозпостройкой. И окончик сегодня будет приезжать, снимать. Некоторые там размеры нужно на внешнюю отделку окон по всему дому, по всему фасаду. И внутри есть работа. В общем, работа есть. Поехали переодеваться и работать. В общем, сейчас делаю углубление, точнее так, буду делать углубление по всему периметру, на штык убрать чернозем, подсыплю камни, а потом буду дальше продолжать работу. Не буду говорить, что буду делать, все увидите. А потихоньку сейчас будем работать. Комары сегодня такие злые. Что-то им не хватает. Едят со всех сторон. Прямо аж запрыгивают на тебя. Приходил ко мне только что человек с РЭС. Говорит, их послали. Три опоры переставить. Вот это наша одна. Справа и слева. Потому что они залезли. Получается, ставили их еще в прошлом году. И они вылезли за границы, которые им нужно было поставить. Соответственно, где-то будут ставить поближе. Вот сюда. Может быть, на метр, может быть, на два. Сейчас приедут и будут переставлять. Решил землю выбрасывать чернозем. Там, где у меня ямки на участке. А сюда, когда поставим фундамент, привезу глины, что у меня перед домом лежит. Целая куча. Приходится с собой в кармане носить спрей от комаров. Наседают так, что отбиться нельзя. Через футболку протыкивают. А я еще потный. Душно сейчас очень. Дождь прошел. И на сегодня еще дождь передавали. В общем, как в парилке. И они просто зверствуют. Пришлось доставать с машины баллончик. Для того, чтобы побрызгаться. Хотя и лежал долго. Наверное, года полтора этот баллончик у нас лежит. Время от времени берем. И замерзал он, и все, работает. Отлично. Ну вот что мы имеем. У нас тут трактор бегал. Попросил его кинуть чернозема мне сюда. Внутрь постройки. Потому что мне же потом нужно будет поднимать на уровень. Вот у меня фундамент уровень будет. И получается здесь у меня 15 сантиметров. А с той стороны у меня почти 30 сантиметров. И это все нужно чем-то как-то поднимать. И вот Божье благословение, так сказать, снизошло на меня. Попросил, говорю, кинь пару лопат. Ну вот, мужчина вошел в положение. Закинул. А я тут еще в обед приготовил в доме, чтобы продолжать лестницу, потому что очень жарко было. У нас электрики отключили свет. Я вот полдня практически без света. Ну, они же переставляли там столбы. К нам еще не добрались. Там где-то переставляют, что-то переделывают. А сейчас вот дали электроэнергию. Я хоть сейчас сяду чая попью. Что-нибудь покушаю. Ну, не что-нибудь, я с собой обед взял. И буду продолжать работы. У меня, ребята, форс-мажор. Трактор, который ездил тут, которого я попросил мне пару ковшов бросить в хозпостройку, так сказать, застрял. Застрял бесповоротно. Сейчас покажу, как. Короче, застрял полностью. На мостах, на всем, на чем только можно. С той стороны даже снимать не буду, потому что там зайти нельзя. Там полностью жижа и вода. И мужики говорят: слушай, оставайся ночевать, а?
Я такой, ну, я сегодня не готов был ночевать. Но выручать-то надо людей. Звоню я Тане, мы с Таней обговорили, договорились некоторые моменты сразу поделать. И я сейчас лечу в город, беру прицеп с бетономешалкой, делаю там дела и на ночь приезжаю сюда, буду ночевать. А завтра с самого утречка в бой, так сказать. Сегодня ко мне приезжал друг мой, советовался я с ним по шпаклевке, что нужно купить, как нужно купить. Он специалист большой, профессионал своего дела. Маляр-штукатур высшего класса, так сказать. Вот. И нужно закупиться в Леруа. Заехать в Леруа Мерлен и закупить все, что только... Все, ну, то есть не все, что только можно, а все, что он нам посоветовал, все, что я записал в список, мы этот момент будем покупать.